Всем привет! Сегодня у нас в мастерской хаос. Нам очень техники много притащили. За один раз буквально все прибежали, всем надо что-то срочно. Притащили ноутбук вот такой вот, это у нас Acer. О, ну-ка стой, покажи, какая там история. Вот, это вообще тут девочка, я так понимаю, любит аниме. Красота! Стоп, это... Ну-ка справа, у котика. Где котик? Это же... Вот. Не мемы, это моя жизнь. Ну, в общем, вот такой вот красивый ноутбук. Проблема с ним такая. У нас шумит вентилятор, ну и обслужить необходимо было. Полностью заменили терможвачку, термопрокладки. Сейчас решаем вопрос с вентилятором. Кстати, для людей, кто вот дома пытается сам обслужить, когда вскрываете вот эту вещь, да, и видите, что здесь запаяно, не отчаивайтесь. Есть еще такой вариант, что, сняв вот эти крепежки, да, можно вытащить со шпинделя сам вентилятор и обслужить его. Потом обратно это паяльничком все запаивается, никаких проблем. Также у нас PlayStation 4, которая диски не читает. Сейчас закачали обновление на нее новые. Надо загрузить игрушку, возможно, проблема будет решена. Также я ее уже почистил полностью и почистил сам лазер, который считывает. И самое интересное, это у нас вот этот DeXP. Инженеры DeXP. Видимо, какой-то у них свой ум. В общем, смотрите, какое они приняли решение, да? Поставили радиатор без термотрубок и просто вот так вот влепили вентилятор. Ну, чтобы он делал вид, что он типа есть. Все, больше я принципу вот этого охлаждения не понимаю. Здесь как бы вот видите, да? Здесь у нас как реализована термотрубка. Все как положено. Она берет тепло, распределяет. И все, и спокойно выдувается. Здесь же... КПД этого вентилятора, ну, практически равен нулю. Он просто дует. Функции никакой. При этом, если мы посмотрим на крышку, да, возможно, кто-то подумает, что он вытягивает поток воздуха с решеток на крышке расположенной, выдувает. Но посмотрите, я думаю, видно, да? 2 на 2, все. Остальное на белую стенку ее направь. Ну, давай на белую. Остальное все фикс. Вправо, вправо, вправо. Вправо, это вправо. Ну, так. Вот, видите, да, я думаю? Это просто вот все. Я понимаю, чтобы вот это все было, да, в решетке как-то бы продувалось, он бы вытягивал, но КПД практически равно нулю. В общем, инженеры DeXP, вот так делать не надо. Ну, нет у вас, да, вы не можете термотрубки поставить. Ну, хотя бы взяли бы его, развернули, чтобы на него дул, хотя бы вот так. Здесь мы вообще что сделали? Хотели поставить, кстати, дополнительную планку оперативки, но... Почему-то ни одну из наших планок он не переваривает. Причем они отдельно проверяли все рабочие, но он их не переваривает. Также вместо обычного жесткого поставили SSD-шечку. Даже с SSD-шки, с двумя гигами оперативки, он стал себя чувствовать намного лучше. До этого был прям... За ним невозможно было работать, он тупил жестко. Дальше что нам еще притащили? Два вот таких мамонта. Один вот такой, по-моему, на АГП-шной шине. Да, еще АГП-шная. Здесь на DDR-2, по-моему. Ну-ка, что здесь? По планочкам. На гигабайт. Два по гигу. Ну, когда этот компьютер собирался, возможно, это был даже жир. 2 гигабайта. Еще учитывая, что у нас здесь две планочки. Блок ФСП-шник. Насколько не видно. Ну, скорее всего, где-то ватт на 400. Хорошая штука, кстати, живут очень долго. И второй вот такой поинтереснее. Но здесь тоже не ясно вообще, что это. Работает, не работает. Но пока вот так в таком виде просто взяли. Можно сказать, отдали. Здесь у нас DDR3 уже. Объем 4 гигабайта. Нормально, кстати, еще актуальная планочка. И самое интересное, это у нас вот это. Ее работоспособность у нас пока под вопросом. Нет, все-таки 550-я. Мне показалось 560-я, 550 Ti. На 1 гигабайт еще на что-то способная видеокарта. Ну, будем смотреть. Если она рабочая, то, ну, можно сказать так... Покупали кота в мешке. Дальше посмотрим.
принесет ли нам прибыль. Даже если эта видеокарта работает, мы будем в хорошем плюсе. Если все остальное не работает. В общем, как-то так. А сейчас у нас очень много дел еще осталось. Там еще в уголочке стоит наша сборочка. Это, ну, надо SSD-шечку для нее купить и вентиляторы красивые поставить, чтобы все светилось. И было презентабельный вид имело. В общем, как-то так. Мы продолжаем работу. Надо к завтрашнему успеть как минимум 3 телефона, вот этот ноутбук закончить. Нас немного отвлекли, зашел клиент. На этом мы хотели с вами попрощаться. У нас очень много работы, нужно всю технику до завтра выдать на руки людям. Все сейчас на дистанционке, всем надо как можно быстрее. В общем, желаем вам здоровья, счастья и... Не болеть. Главное, не болеть. Потому что время весна, скоро лето. Готовимся и набираемся позитивной энергии. И сил. Все, всем пока.